Ярославская область уже в этом году должна войти в десятку лучших регионов в рейтинге инвестиционной привлекательности. Эта цель была озвучена Дмитрием Мироновым в программе «10 точек роста». Привлекательность региона для инвесторов в первую очередь зависит от грамотного взаимодействия власти и бизнеса. Сегодня эти вопросы обсуждали участники сессии Агентства стратегических инициатив. Главной проблемой бизнес-сообщества называют процедуру согласования документов, а именно ее сроки. Впрочем, уже в этом году на 20 дней сократится срок получения разрешения на строительство. А в следующем году он уменьшится еще на 14. Отмечу, далеко не каждый регион показывает такую динамику. Предложения по другим вопросам участники сессии планируют внести в специальную предпринимательскую дорожную карту. Мы хотим эти мероприятия проводить на ежегодной основе. Ежегодно правительство обновляет план действий по улучшению инвестиционного климата на территории региона. И как раз этот план рассылается предпринимателям, бизнесменам. Они смотрят, какие мероприятия запланированы. И, может быть, что-то еще можно будет предложить чиновникам, что они не доработали, может быть, где-то не досмотрели. И мы хотим те предложения, которые будут отработаны по итогам, чтобы они были предложением для реального внедрения на территории Ярославской области.